Всем привет, друзья! Сегодня мы будем снимать рачков. Смотрите, это пока маленькие яйца рачков. Это, Артемий. А это лампочка, лампочка, которая освещает Артемия, а то так они не выживут. И вот, смотрите, вот Артемий. Вот, питомец, юрского периода. Вырастет из этих маленьких... Ага, из этих... Артемий. Да, это маленькие яйца, из которых вылупляются Артемий, рачки. Объясни-ка им, как мы проводили эксперимент. Мы проводили эксперимент. И подготовили. И подготовили для емкость. Вас емкость. И для вас это добавили будет... туда соль. Да, соль, песок. И цисты Артемий. Цисты Артемий. И теперь в течение 48 часов. А именно 2 дня. Да. Мы будем наблюдать за этим. И через 48 часов нам тут написано в инструкции, появится большое количество маленьких рачков. Засними их вот таких. Но их, конечно, будет не очень видно, потому что их нужно будет смотреть в микроскоп. Но микроскопа у нас пока нету. Пока что, если вы хотите их сделать, увидеть вот тут вот, вон, где мой палец сейчас, вон там вот, то маленькие то, точечки. Да, такие. Там маленькие точечки. И чтобы, если вы хотите их сейчас рассмотреть, ну, вам нужен микроскоп. А пока что подписывайтесь на канал. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Митков ТВ. Всем с новолетием! С новолетием! Всем пока-пока! Пока-пока!